leader, follow the leader. Follow the leader, leader, follow the leader. Follow the leader, leader, follow the leader. Everybody, jump to the left. Jump to the right. Jump to the left. Jump to the right. Everybody, jump to the left. Jump to the right. Jump to the left. Jump to the right. Now clap and wave. Clap and wave. Clap and wave. Clap and wave. Everybody, follow the leader, 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 follow the leader. 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 Now repeat after me. Y'all repeat after me. Everybody repeat after me. Watch me. Say, I love soca. I love soca. Значит, можно записать I love того, кто работает, мне кажется, момент, который очень важен, то, что они хотят еще танцевать в паре. Поэтому очень хорошо, очень удобно, например, что вот ту же самую меренгу, которую мы с вами сейчас попробовали, да, танцевать по отдельности, условно, выучили с вами, да, ее эти шаги, привыкли к ним, выучили не то, привыкли к этим шагам. После этого мы мгновенно с вами очень легко можем встать в пару. И уже сама постановка, да, в пару уже как бы хит сезона. Да, все. Отсюда дальше можно уже ничего не учить, потому что ему уже здесь хорошо. Вот. То есть, посмотрите, пожалуйста, вот, на мой взгляд, латиноамериканский вот танец, так сказать, который где-то на грани между нашей школой танца и клубной латиной, да, то есть где-то посерединке.